предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Ну что ж, мы обожаем осень, да, об этом знают все. За теплые фактуры и настроение уюта, которым окружаем себя и близких. Впервые на шоп-н-шоу осенние сезонные ботинки из новой коллекции «Осень 2022 года» по цене менее 2000 рублей. Ботинки «Иллерия». Давайте с ними знакомиться. Светлана Гарова, эксперт телеканала «Шоп-н-шоу», обувщик в третьем поколении. С удовольствием расскажу про наши ботинки. Это лот номер один. Ботинки выполнены у нас из эко-кожи. И здесь сразу же надо сделать заявление, что у нас увеличенная 9-я полнота. То есть здесь очень комфортная анатомическая посадка вам обеспечена. Также сразу же надо сказать о том, что здесь у нас эти ботинки будут обеспечивать вам тепло, потому что утеплены ворсином. И до минус 5 градусов они с легкостью выдерживают абсолютно любой температурный режим. И, естественно, одно из самых главных, знаешь, таких радостных событий в этой коллекции – это огромная цветовая гамма, которую мы вам сейчас представим. Вот я держу в своих руках, это коричневый цвет, посмотрите, да, очень такой красивый, ну, такой цвет какао, я бы так сказала, да. Очень красиво. Фиолетовый мне тоже очень нравится, и шнурочки, обратите внимание, посмотрите. Ну, даже такие нюансы, они, ну, все-таки редко встречаются. Тоже шнурок под цвет обуви, фиолетовый. Красный цвет, и шнурок тоже красный. Красный цвет. Вы представляете, как можно раскрасить эту осень? Заказывайте и улыбайтесь почаще. Синий цвет, благородный, правда? Очень хороший, да. Как говорят, цвет успеха. То есть, если вы хотите быть успешной женщиной, выбирайте для себя синий цвет. Черный. Незаменимый черный, да? Да, я уверена, что мы его, как всегда, закупили чуть больше других цветов, чтобы наши телезрители все-таки смогли себя порадовать, а не остались без любимой пары. А это серый цвет. То есть у нас с вами 6 цветов на выбор. 6 цветов на выбор. Цена со скидкой 58% действует только сегодня. При оплате банковской карты цена будет снижена еще на 5%. 1899 рублей. Сегодня вообще день одной цены. 1999 рублей. Успейте заказать. Как с размером определиться? Так, что касаемо размерной сетки, с 36 по 41 я буду рекомендовать выбирать для себя размер. То есть это очень удобно для дистанционной покупки. Вам не надо задумываться о том, да, больше взять, меньше. Однозначно только размер в размер. Что касаемо полноты, мы с вами всегда в магазинах видим 6-ю, максимум 7-ю полноту. Крайне редко нам попадается 8-я полнота. А вот мы, кстати, да, наш телеканал всегда представляет именно 8-ю полноту. А сейчас мы вам представляем 9-ю полноту и абсолютно мягкую посадку. Ты знаешь, насчет 9-й полноты, это очень здорово, потому что, смотри, вот в прошлом году я вспоминаю, когда резко наступила осень, я резко переобулась из открытой обуви в закрытую обувь, без промежуточной, как-то в прошлом году случилось. И у меня были такие неприятные ощущения, думаю, такое ощущение, что кто-то сжал мою ногу. Вот как-то, знаешь, вот некомфортно, сразу захотелось опять лето. Девятая полнота, она крайне редко встречается. Не будет ли она пережимать ножку? Давай для новых клиентов. Новых клиентов обязательно расскажем. Девятая полнота, это у нас уже практически 28 сантиметров в обхвате, в объеме. Вы замеряете пучковой части, именно там, да, у нас самая широкая наша стопа. И здесь еще, да, вот еще раз хочу сделать акцент на том, что помимо того, что девятая полнота, обратите внимание и на носочную часть, как она у нас устроена, она у нас округлая. Здесь довольно много пространства в носочной части, чтобы вашим пальчикам внутри было особенно комфортно и приятно, чтобы вы даже могли ими пошевелить, потому что все мы прекрасно знаем те самые ощущения, когда пережимаем пальцы, у нас сразу же никакого кровообращения, ножки замерзают, и мы уже просто не можем ходить в этой обуви, потому что только и думаем о том, как бы побыстрее ее снять. Вот здесь эти ощущения и исключены. Почему? Потому что комфортная анатомическая колодка, идеальная посадка по вашей ноге. И еще раз хочу сказать, что увеличенная 9-я полнота. Вот я замечаю, что берет в руки эксперт, то более всего и популярная становится. Да? Ну, приятно. Коричневый и фиолетовый убиваются в лидеры. У нас 6 цветов на выбор, цена 1999 рублей. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашем гардеробе самая удобная обувь? Какая она? Конечно же, если мы говорим про осенние ботинки, она широкая, удобная, так что пальчики там веером шевелятся, они съеживаются воедино. Вот сегодня о такой обуви мы с вами и поговорим. Это ваш комфорт для осени за 1999 рублей. Звоните и заказывайте, друзья, партия ограничена. Это самая выгодная покупка только одного дня. Давайте заглянем вовнутрь, все-таки мы говорим про осень. Да. Скажи, пожалуйста, насколько теплая наша обувь, не будет ли ножка преть? Потому что, знаешь, иногда на работе осенью я не переобуваюсь, я прям чувствую, что уже
уже приедет ножка, хочется переобуться. Угу. Ну, на самом деле, Оль, я, конечно, не буду вам говорить о том, что вы покупаете эти ботинки и носите их на работе. Нет, конечно же, да, для каждого, так сказать, климатических условий, для любых, нужна своя обувь. Вот эта обувь предназначена для того, чтобы вы все-таки ходили в ней. На улице у нас заявлено минус 5 градусов. Почему? Потому что внутри у нас ворсин. А ворсин, он у нас еще и дополнительно сдублирован с поролоном. И это тоже не просто так. Во-первых, дополнительная прослойка для того, чтобы обеспечивать тепло. А во-вторых, это еще и абсолютная мягкость посадки. Потому что ты брала их в ручки, ты уже успела ощутить, насколько они мягкие, удобные и комфортные. И вот смотрите, наш ворсин до минус 5 градусов заявленный, я всегда говорю, это не предел. Понятно, что температурный режим у нас абсолютно разный. Бывает 0, бывает плюс 5. Я буду рекомендовать вам носить их и в такие температурные режимы. И даже если будет минус 10, вы можете просто дополнительно надеть более теплый носок, либо более теплые колготки и носить ботинки женские Иллерия под номер 1, также в низкие температурные режимы. Прекрасно, вот мы сейчас видим, да, лужи, осень, но все нам теперь не страшно в ботинках Иллерия. Даже если немножечко подморозится, нам все равно будет тепло и комфортно. Удобные, широкие, осенние, теплые, за 1999 рублей. Вчера, когда ходили по магазину, Леночка Вероненко ко мне приезжала, у нас был шопинг для детей, к школе готовились, покупали форму там, частично там юбочку купили для Дашули, ее доченьки. И смотрели, сколько сейчас стоит осенняя обувь. Я говорю, нам для работы пригодится понимать, что там в магазинах и что у нас. Она говорит, давай посмотрим. 5-6 тысяч рублей, девчонки. Эко-кожа 5-6 тысяч рублей. У нас напрямую поставки, поэтому самые выгодные цены. 1999 рублей. Одна цена. При оплате картой дополнительная 5% скидка. Заказывайте, они реально очень удобные. И шнурочек эластичный, это мне тоже нравится. Так, мне нравится, что можно выбрать цвета. Вот коричневый цвет, с чем будем сочетать? А, то, знаешь, универсальность наших ботинок просто безграничная. То есть мы сочетать их можем с любыми образами. А главное, на самом деле, если вы выбираете цветную обувь, добавить в свой образ аксессуар подобного цвета, как используется в вашей обуви, и тогда будет идеальное сочетание. Что касаемо стилей, то здесь вы абсолютно не ограничены. Во-первых, вы можете сочетать с платьем, как Олечка, да, ты сегодня выбираешь наши прекрасные Люси. Очень хорошо смотрится и с брючками, то есть универсальная высота этих ботинок, да, и универсальность модели, потому что здесь обычная классическая конструкция без каких-либо излишних деталей. Ну и где вы видели 6 цветов на выбор? В магазине 1-2 цвета и все, здесь 6 цветов, наверняка вы уже представили свои синие образы с вашим любимым цветом. 1999 рублей, звоните, заказывайте.